Этот случай ужасен, запомни его. По городу шел гражданин Базлаво. Он всех презирал, никого не любил. Старуху он встретил и тростью побил. Ребенка увидел, толкнул, обругал. Котенка заметил, лягнул, напугал. За бабочкой бегал, грозя кулаком. Потом воробья обозвал дураком. Он шествовал долго, ругаясь и злясь, и вдруг подскользнулся и шлепнулся в грязь. Он хочет подняться и слышит: «Постой, позволь мне, товарищ, обняться с тобой. Из ила ты вышел когда-то, вернись же в объятия брата. Тебе, Базлаво, приключился конец, ты был Базлаво, а теперь ты мертвец». Лежи, Базлаво, не ругайся, лежи на земле, разлагайся. Тут всех полюбил Базлаво, но, увы, крыжовник растет из его головы. Когда от любви ты желаешь кричать, не вымолвить доброго слова из вечного сна гробового. Явление это ужасно, друзья. Ругаться опасно, ругаться нельзя.